Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Genshin Impact. Сейчас я поменяю себе отряд. Я тут просто бегал, наконец-то я нашел все механизмы. Теперь можно спокойно заниматься всем остальным. Так, и кстати, о новостях. Я забыл совсем про одну новость. Разлив мастерства. Разлив мастерства у нас до 7 июня будет. Это первородную смолу используете в данже, где вот эти вот книжки получать. И тратится в два раза меньше смолы. Но, причем доступно это три раза. Ну, не то, что... Нет, неправильно. Не в два раза меньше, а в два раза больше награды вы получаете. За 20 смолы вы получаете в два раза больше награды. Вот так вот. Да, это будет правильнее. И, по идее, это не работает с нашей супер-смолой. Так. Сегодня мы проходим взаимные выгоды. Четвертый день. Так, идемте сюда. Ну, кстати, наверное, сегодня схожу в эти. Надо, и как раз, ой, как вовремя, как хорошо приместился. И как раз я, наверное, смогу докачать, да? Да, я смогу чунь-юнь докачать. Угу. И он у меня будет по всем параметрам здесь на максимум. Класс. То есть будет полностью законченный первый персонаж. Это очень-очень здорово. Этого прям вот очень не хватает. Ох, как же все-таки сложно без интерактивной карты. С интерактивной карты, наверное, прям вообще легко. Я не знаю, я, наверное, уже где-то часа полтора, да? Наверное, где-то часа полтора бегал, играл. О, как вовремя. Я, да-да. Гуша Селебоя. Он что-то от нас хочет. Давай выясним, что ему надо. Гуша целебоя. Так, гуша. Ой, а как сложно, да? Целелята. Так, огонь. Гуша это растение. Огненный цветок тебе нужен, да? Огненное семя. Я угадал? Где оно у меня только? Есть оно у меня? Так. Либо огненный перчик ему нужен. Либо семя огненного цветка. Но я его не вижу. Ладно, давай попробуем вот этот вот. Мосимита, тома валя. Мосимита. Так вот оно что. Это все-таки перчик. Дуа дома тома дала. Дувей дала. Мита не. Ее беру мита тома. Он не знает, но мы можем спросить его друзей. Идем тогда. А, вот так вот сразу. Круглый несъедобный. Видишь, какие мы умные. Какие мы умные. Ну, я так и думал. Либо-либо. Либо что-то острое, либо огненное. Но вначале я почему-то подумал на огненный цветок. Но огненный цветок, наверное, нельзя есть, а он просил именно еду. Какие мы с тобой ученые, да? Прям вообще. Так, ну что, понеслась. Что-то кажется, серия вообще будет ни о чем. Если серия будет вообще ни о чем, то я еще ставлю кусочек этого. Еженедельного задания со слаймами там какое-то странное появилось. Не знаю, мне ни разу не появлялось. Ну, оно ни ачивку, ничего не дает, но пусть будет.
Я его прошел. Как и все ежедневки. Так, а где все-то? Че, никого нет? Ночь? Все спят? Что не так? Что-то как-то... Странно. А, вот один спит. Проснись. Так, явно не ты, ладно. Да похудела, они реально спят. Так. Так, вон один пританцовывает. Отлично. Йо-йо-ика, Тома. Мими Тома. Тома, даласи. Дому не икани. Емухедела, мими мани е. Я Тома мани, я Тома ни. Ми мухе ду лето бое садаси. Кажется, ему что-то нужно. По-моему, это записано в моем... Так, еще раз, да? Что нам там? Лато боя сада. А, лато боя сада. Боя. Лато боя синий. Что-то синее нужно. Лато боя сая. Сада твердый, жесткий. А, я понял, камень ему нужен, наверное. Видимо, нужен камень. А, подожди, у меня камней дофига. Твердый синий. Так, сейчас. Так, здесь корляписов. А, нет, есть. Вот этот вот, скорее всего, диковинка. Да? Давай спросим, видел ли он когда-нибудь странного хиличурла. Амосимито, йо-йо Тома, мимимото. Точнее, мимитома. Адома Тому Зидами. Унтамосидада. Унтамосидада. Кажется, Пайм это уже слышал раньше. Давай проверим. Тома Валю. Валю, Митома. Валю. Типа благодарили, сказали спасибо, пока. Так, мы молодцы, отлично. Так. Вон у нас. Угу. Да, я угадал, это этот. Забыл, как камень называется. Как же камень? Надо посмотреть. Я не могу, я не успокоюсь иначе. А где он у меня? Где-то здесь должен быть. Да? Да, вот он, полуночной нефрит. Все, отлично. Они мне просто еще, по-моему, нужны для Синсю как раз. Вроде... А, подожди, здесь так не работает эта штука. Так, окей. Rise. Да, прекрасно. Вот что значит, когда ты часто пользуешься, ну, бегаешь не интерактивной картой, ты уже запоминаешь все и знаешь, где, что. А, подожди, блин, а во сколько? Я не пос... Блин. Я не посмотрел по времени. И как быть? Ладно, сейчас заберемся. Время. Сколько же там... А где посмотреть-то можно? В описании. Унтамосидата. А, подожди, а... Справочник мне. Унтамосидата. Так, где тут? Унтамосидата. Время с обеда до красивого заката. Все отлично. С обеда до красивого заката. Так. Это вот здесь получается. Или за... Ну да, получается вот здесь. После обеденной. Так. Проверяем.
А вот он, действительно. I will have order. From whence you came? Solidify. На тебе, держи еще подарочки. Так. Есть. Гузепук. Действительно. Так, вот и прошли. К нему прям подходить можно вплотную. Может, с ним поговорить все это время надо было, а не бить. Я его все время атакую. Так, есть. Собрали. И значит, еще одна крутка. Это сейчас будет 36-я крутка. 36-я крутка понеслась. Я до конца патча 1.5, наверное, буду крутить. Потом уже перестану. Ну-ка, а здесь у меня сколько? Сколько у меня здесь круток? Ну, тоже много. Шестьдесят, 66, круто. То есть у меня здесь до чего-то золотого прям вообще ни о чем. Но я оставлю это на версию 1.6. Может, там что-то интересное попадется. Вот. Так. Ну, у меня там есть одна круточка. Ну, будет. Но не сейчас. Так, давай. Тогда вот это так сделаем. Выучить. И все, тогда пока на этом все. Нам остается... Все, что нам остается, это вот этот квест выполнить каждый день в день по одному. И Диона остается вторая глава полностью пройти, потому что она у меня не пройдена. Хотя давай я за книжками схожу. Серия, потому что, наверное, короткая получается, да? Да, серия получается короткая. Поэтому давай сходим. Так, сейчас я вначале зайду в город, посмотрю, могу ли я сделать себе книжки дополнительные. Если нет, то сходим как раз по этому ивенту. Он же должен, да, сегодня вроде бы работать. Я не помню, с какого там числа было написано. По-моему, что-то с 28 или с 29 эта фигня работает. Вот что значит важно, вот эти новости, все объявления постоянно читать. Так. С 31-го даже так. Это только завтра. Это только завтрашнего. Ну, у меня завтрашнего, у тебя там. Фиг знает, когда. Когда это видео выйдет. В понедельник, наверное, да? Может быть. Но в любом случае ты увидишь. Если что, ты увидишь. Так, значит, сегодня смысла нету никуда туда ходить. Да, смотри, могу сделать по одной книжке. Еще вот эти две. Ну, давай эти вначале сделаем. Так. Да, знаю, что раздражает. Меня тоже это раздражает, но ничего не поделать. Я буду именно так делать. Одна всего лишь. Ну да. Ладно, тогда на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. И всем удачной крутки. Всем пока.